Пауэрлифтинг завоевывает все большую популярность в Краснодарском крае. В результате тренировок спортсмены получают крепкие мышцы, способные поднимать большие веса, выносливость, а также тренируют свою силу воли. Все это очень нужно на краевых соревнованиях, которые прошли в нашем городе. Пауэрлифтингом занимаются как мужчины, так и девушки и женщины. Занятия этим видом спорта направлены на обретение физической силы путем поднятия все большего веса. Если цель тренировок – стать крепким и сильным, то пауэрлифтинг – отличный вариант. На чемпионат Краснодарского края по пауэрлифтингу среди девушек и юношей 19-23 лет и соревнования среди образовательных учреждений высшего образования и первенства Краснодарского края в спорткомплекс «Буревестник» собрались молодые люди и девушки, которые знают, что такое напряженные тренировки и радость спортивных побед. Сегодня мы проводим первенство Краснодарского края среди спортсменов 19-23 лет и одновременно проводим неформальный зачет среди вузов Краснодарского края. То есть у нас сегодня наши соревнования среди вузов, они проходят по линии студенческого союза, проводятся Министерство спорта России. Мы надеемся, что в следующем году будут включены межвузовские соревнования в официальный календарный план Министерства спорта. Человек подтянутый, с красивой фигурой, конечно, наверное, хочется и быть похожим на таких спортсменов и самому быть форме. Поэтому наш вид спорта, он помимо того, что особенно девушки поднимают хорошие веса, а вы здесь видели, есть и девушки, передают 110-100 килограмм, вы сейчас смотрели, и жмут хорошо. Вот. Помимо того, что это официальный вид спорта, где наши спортсмены приносят Кубани там, медали, кубки на всероссийских соревнованиях, они еще и очень аккуратно, гармонично выглядят. И я думаю, сегодня для молодого человека это очень значимо. Одна из самых молодых участниц состязаний – краснодарка Анжелика Шедогуб. Она настроена на рост спортивного мастерства. Я занимаюсь спортом пауэрлифтинг. Он мне очень нравится, потому что здесь очень как бы все сильные такие. У меня много первых мест, одно второе место, вот, потому что там была девочка с кандидатом мастера спорта. Вот, у меня присвоен первый взрослый разряд. В составе команды филиала Кубанского госуниверситета в Славянске на Кубани выступали немало перспективных спортсменок. Именно с пауэрлифтингом они связывают свое спортивное будущее. Занимаюсь 7 месяцев, помогает развиваться, придает силу, уверенности. Проявила интерес к этому спорту очень большой. И раньше ничем не занималась, вот только 20 лет начала заниматься пауэрлифтингом. Я поехала на соревнования первые. Там у меня тоже все было хорошо, на самом деле. Мне очень понравилось. Я еще больше, у меня там мотивация была. Вот, и еще лучше начала тренироваться. И если сегодня все хорошо, то я выполню 3-й спортивный разряд. Вот, и я думаю вообще добиться мастера спорта. Всего в соревнованиях участвовали более 60 спортсменов из Краснодара, Тихорецка, Абинска, Красноармейского, Анапского, Северского, Крымского и Славянского районов, а также сборные команды 3 кубанских вузов. Состязания были очень интересными и зрелищными. По итогам чемпионата среди девушек 19-23 лет первое место завоевала сборная команда филиала Кубанского госуниверситета в Славянске на Кубани. Она же победила в комплексном зачете первенства Краснодарского края среди вузов. И в личном зачете соревнований спортсмены Славянского филиала завоевали много призовых мест различного достоинства. Среди девушек 5 первых мест по одному, второму и третьему, и среди юношей 2 первых места. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».